О, как жарко. Сегодня субботица. И я решил, а не поехать ли мне попутешествовать в городе? Делать нечего. Вон автовокзал, через 10 минут автобус до Самбора. Так вот выглядит автовокзал. Пустынно. Ехать где-то час. Я в Самборе вышел на какую-то станцию. 6 часов я тут. Вряд ли, наверное, протусую. Вот я сразу вышел на местный Арбат. Здесь кафешки. Кажется, тут самая такая туристическая улица. Возьму воду. Вот. Здраво. Здраво. 68 стоит бутылка газированной воды. Ну, людей тут тоже нету. Ну, и сегодня воскресенье. Ой, сегодня субботица. Поэтому все, скорее всего, будет закрыто. Поклони за све. О, сейчас спрошу про кофе. А, извините. А кофе вы делаете туда? Носим кофе. Капучино туда. Вы делаете? На вынос. Носим кофе. Go away. Да. Вы делаете? Пластик. Да. О, да. Надо узнать, где здесь автовокзал и где ЖД вокзал. А это походу что, типа флаг Югославии? Фу, кислятина, а не кофе. Тоже окна с этими жалюзи. Город тоже такой зеленый. Красивые большие деревья, много теней. Во дворах тут не принято ставить лавочки, тусоваться в них. Парковки на газонах. Впервые вижу слово лаваза. Неужели здесь вкусный кофе делают? Кафе за понятие 60. Дошел до конца города. А это большой Лидл. Айдем во двор. А, тут нет двора. Какая-то фигня с этими пластмассками постоянно. А вот, кстати, цветочный магаз. Кто-то у меня спрашивал в комментах, проблемы с этим или нет в Сербии. Вот с этим вот точно проблемы у росы. Постоянно есть такие зацепки, от которых не избавиться, и которые тебе будут колоть губы до крови, до боли. Но так как пить хочется, ничего с этим поделать нельзя. Приходится терпеть боль. Ну, зацените. Трактор и повозка. Тут тоже пусто, как везде. До автобуса 15 минут. Если сейчас уезжать, то я ничего не смогу сказать об этом городе. Так, Севертранс, это, блин, автобусы или это... Да, походу, это автобусы. Такой бас-стейшн. Информейшн. Эй, кисоныш.
Среди ваших контактов нет никого по имени Киса. Чья контактная информация вам нужна? Ух ты, какая маленькая. Блин, ну что, ехать мне на этом автобусе? Сейчас вот слева от меня сидит серб. Он только что слушал песню «Джага-джага». Попробуй «Джага-джага», только на сербском. Прикиньте. Сейчас 5 часов. Электрон в 9:20. Нафиг мне это надо, да, наверное? Пойду погуляю, все-таки я вряд ли еще здесь окажусь. А так центр здесь вроде симпатичный. Надо хотя бы пройтись по нему. По-нормальному. Да кто там? А, это девочка. А это вот как в субботице на краю города. Такой торговый центр. Только здесь скромнее все. Вон, наверное, до субботицы поехал автобус. А у меня 4 часа в этом прекрасном городе, который я, скорее всего, уже обошел весь. Ну, половину точно. Я встретил где-то 50 человек. Но я уже не догоню этот автобус. Блин, вывезу я? Как вы думаете? Слева от меня центр, и вот там только попадались мне люди. И кафешки, где можно поесть. Кофе стоил, кстати, где-то 180 рублей. Но не рекомендую. Это просто горько-кислая, горячая хрень. Я вышел более-менее на центральную улицу, потому что там на окраинах сплошной хоргаш. Мягкий знак, куда поставили. Курс отстойный. Намного выгоднее в центре города в субботице. В туннельчике в этом. Возле памятника кралю. Пончики есть. Здраво. Пончик за 100 рублей. Пес. А, попил. Где fucking train station? Вообще такое ощущение, что сербские города примерно созданы одинаково. В центре те же магазины, те же конторы, просто немного в другом порядке. Йогурт вообще какой-то жидкий, похож на сыворотку, знаете, кто в России. А, ну вот тут вот прикольная дорога для ходьбы. Где-то впереди меня должен быть вокзал. А это что такое? Это крутится? Это не крутится. Кто знает, что это? Играли ж ты за деку, драги посетёчи, ради вашей безбедности. Ладно. Долго читать, лучше проверить на себе. Так, оно что, сейчас будет крутиться? Жалко, что оно не играется. Где-то тут вокзал. Пахнет очень вкусно. Проход к вокзалу через какой-то парк. Какая-то медицинская штука. Какой-то там УАЗ. О. Субботица. Час 20 где-то идет. 21:36. Вокзал из Last of Us. Ну так, далековато на самом деле идти до этого вокзала от центра. У меня заняло где-то час.
Тут сенсей, ничего себе. В такой перди. Я только что по стеклу шел. О, смотрите. Ебать. Это какие-то трущобы. Что здесь было? Война, что ли? О, тут что-то дешевая газировка. Пепси за 60 рублей. Кока-кола за 75 рублей. Фанта вот такая кислотная за 75 рублей. О, за 29 рублей вода. Вот это роса, от которой, которая колется. Иду сейчас через железную станцию в какой-то дальний район. Кажется, он называется Компрессор. Тут вот есть синагога. Я думал, это синагога, а это магазин так называется. Кажется, ничего там особо интересного нет в этом районе. Я взял орешки за 200 рублей. Протеиновый микс. Я надеюсь, они жареные. Вон ЖД станция. Центр вон там. Смотрите, уже вишня краснеет немножечко. Я обожал вишню в Новохоперске, это Воронежская область. Вот там уж краснеют. Но когда я переехал в Воронеж, уже взрослый. Вон, красная. Я попробовал те вишни, ну, в Воронеже. Вишня вся, в общем-то, кисленькая. Еще Берлин, смотрите, Германия рядышком. Это в Берлине есть такая телевышка. Яник, привет! Если ты слышишь. Хотя он в Мюнхене. Во, синагога. Нет, тут нечего ловить, я пойду обратно. Пойду в центр. Ой, это что, я... Что за островок Гавайский? Среди Сербии. Так, что тут про мигрантов? У Самбору има 5000 мигранта. У... Свратишмишима. Я бы даже сказал, 5001 мигрант у вас тут тусуется. Ну что, как забаррикадировались. Это, наверное, сливы. Людей нет. Что, куда-нибудь свернуть? Но дорога идет уже, наверное, минут 15 или 20. Так, что тут у нас? Центр града, Чернопольского езера. О, озеро. Нет, до озера далеко. Я его даже на карте не нашел. Пойду просто в центр. Бездна в ту сторону. Час до электрички. Мне не хочется спешить. Я думаю, здесь возьму кока-колу, что-нибудь домой, потому что приеду я поздно. А вот будильник, что мне пора. Что мне пора. Так, бананы, кола и воду холодную. Свежий. Все, я иду на вокзал. Время 9 вечера. Субботица. Я в Самборе. Все люди тусуются в центре. И вот даже 9 вечеров людей гуляет много.
Сейчас полчаса по пустым дорогам. Таксист моргнул зачем-то мне. Забавный факт. У меня отвалилась пломба, которую я менял, когда жил в Грузии. Сейчас я буду ремонтировать ее в Сербии. Там впереди будет сенсей и локация из Last of Us. Все, я у вокзала. Я переживал, что 5 часов будет нечего делать в Самборе, но на самом деле нет. Мне даже не хватило посидеть в кафешке, пока я прошелся с одной части города в другую. Так, а кассы не работают? Там вот тарахтит поезд. Извините, а это у субботицу? Извините? I'm late. Check. А, вы тоже в субботицу? Вы? No, we, I'm late. Вы ждете? Wait. I'm late with my mom. Из субботицы? No, no. Из Novi Sad. Ага. I'm not... We don't know. I don't know. А, окей. Разумел. Это у субботицу? Да. Треба бы бити. Надамся. Требуется бити? Билет? И speak English? Ну, да. Little. Тикет нужен. I hope it's for субботица. А? Outside is субботица. I hope. If you субботица yes, too. Yes. Окей. Okay. Я буду следить за вами. I see you. Okay. Офигеть, в Каменске. До субботы. До субботы. Что? Полдвенадцатого ночи. Я дома. Мне сейчас надо вон туда. Я удивлен, что на улице даже есть люди. И даже вот эта вот бургерная работает. С Яником все думали вот сюда вот сгонять. Там, походу, живая музыка. Ну, кстати, если бы дельфин работал, а он вряд ли работает, я бы здесь купил что-нибудь. Recommendation. Я ел только гамбургер. Они вот там вот жарят его. А вот этой вот плите. Сегодня в Боснии и в Сербии проводят акцию «Бессмертный пук». Даже в субботице я посмотрел новости.